Сегодня хочу поделиться с вами не самым своим лучшим опытом, а вернее своими ошибками. Вот мы находимся на поле, где мы сеем подсолнечник после очесывающей жатки. Вы видите, здесь очень много соломы. И как будто все идет красиво, да? Но мы столкнулись здесь с очень существенной проблемой. Когда мы пришли на это поле, у нас было засыпано 5 посевных норм подсолнечника. И вот мы сеем, мы рассчитываем, что мы по 50 тысяч здесь сеем. 50, то есть одной посевной единицы, это 150 тысяч, должно хватать на 3 гектара, 5 это 15, да? Но когда мы уже обратили внимание на проблему, уже было посеяно больше 20 гектаров. То есть мы не получаем нужной нам нормы. В чем причина? И вот когда начал я анализировать ситуацию, до этого мы сеяли поле, на котором настраивали сеялку. Там был тоже подсолнечник после пшеницы, которая убрана по отчесу. Но там солома вся стояла. А здесь на поле, если вы посмотрите, в прошлом году, в августе месяце, мы после пшеницы посеяли рапс в надежде на то, что получим всходы. Но всходов не получили. Но солома была прикатана. И вот когда мы вышли на это поле, мы заметили, что здесь немножко по-другому сеет сеялка. Но была такая уверенность, что норма вроде бы высевает нормально. Мы посмотрели, банки работают, все хорошо. Кое-где проверили, расстановка неплохая, как будто все хорошо. Так почему же все-таки норма получилась меньше? И вот начали разбираться, заметили вот такие вещи. Вы видите, у нас новая сеялка, она совершенно не предназначена для нуля. И поэтому мы для того, чтобы он хорошо прорезал, старались... Здесь мы выставляли глубину на сочняке, та, которая нам нужна. А вот удобрение мы хотели залубить как можно глубже. Но тем не менее, видите, как стерлась у нас краска, видно, на какую глубину они залегали. Но когда шел трактор, видно было, как эти пружины работают, она подпружинена. И получилось так, что вот это колесо, этот сошник для удобрений и сошник для семян, они фактически сеялка ехала на них. А вот это колесо местами, от которого идет привод практически, оно местами просто тормозилось, так как оно не было у него опоры. Ехала фактически сеялка на двух дисках для удобрений и для семян. Затем мы вымерили вот эти диски, и сразу ситуация стала лучше, пробуксовки не стало. Но потом мы обратили еще внимание на один момент, который был у нас не отработан, элементарный. Вы видите, навеска, она должна быть на правочном положении, что у нас и было, но... Это тоже важный момент, навеска была практически в жестком положении, потому что все время она поддерживала. Мы сейчас освободили ее. У нас была ситуация, когда практически она постоянно была подвешена. Эта навеска, она была подвешена. Вот, опять же, это же элементарная вещь. Но такое, они, новый трактор, новая сеялка, все внимание на сеялку, а на трактор не обратили внимания на навеску. Тоже мелочь, которую не обратили внимания. И все вот затем зашли на новое поле. Обычно это надо делать обязательно. Взяли одну пассивную единицу, прошли, высели, когда она закончилась, проверили, правильно ли высевает. В этой ситуации мы этого тоже не сделали. И в итоге мы в этой ситуации получили норму намного ниже, только из-за таких вот мелких недочетов, просто до обидного элементарных. Ну еще со скоростью мы намудрили. С 8 перешли уже почти на 10. А это тоже любая задержка во вращении колеса приводит к пропускам большим.
как так, спросите вы, как будто бы большой опыт, это элементарные вещи, которые надо соблюдать. А вот так, часто обращаешь внимание на более какие-то сложные моменты, а элементарному не уделяешь внимания. Поэтому, друзья, хочу сосредоточить ваше внимание на мелочах, которые очень важны. Тебе приходится бегать за этой щелкой, чтобы увидеть, как работают все сосняки. Ну, сейчас отсюда я даже вижу, что колесо приводное работает отлично. Никаких остановок, никаких торможений. Ну что там, все нормально? Еще можно накрутить. Еще навеску чуть-чуть расставить можно будет. А что подвешивать? Там есть зазор, но небольшой, но на... В нижней части работает самой прорези, то есть как бы можно еще чуть-чуть пару оборотов опустить. Волей-неволей вспоминаешь о уже более точных системах мониторинга, которые мы смотрели у Руслана Нероды, которые позволяют оценивать результат не тогда, когда уже все случилось, поправить ничего невозможно, а именно в самом процессе. Вот эти все системы точного мониторинга процесса посева, когда ты каждый момент видишь, какая норма высевается, не тогда, когда уже ты посеял, а вот именно непосредственно они, я думаю, вот в этой ситуации могли бы помочь принять решение, быстро отреагировать и устранить все неполадки. А так нам пришлось уже только постфактум принимать меры. Вы знаете, вот так часто бывает. Ты покупаешь новую сеялку, покупаешь новый трактор, закупаешь дорогие семена, и думаешь, что у тебя все под контролем, ты уже такой перец, а потом делаешь просто элементарные ошибки, и оказывается, что ты не перец, а лузер в этой ситуации. И это очень и очень досадно. Но тем не менее, из ошибок надо делать выводы. Я это рассказываю для того, чтобы мы все обращали внимание на элементарные вещи, которые, знаете, вот с опытом иногда начинаешь не обращать внимания на элементарное. И какие-то высокие материи начинаешь вникать, а в элементарное просто вне внимания. И в результате мы получаем не совсем то, что мы хотели. Из этой ситуации просто нужно сделать выводы. Самое важное, начинаем новое поле, обязательно проверить норму. Затем, обязательно, если у нас вот такая ситуация, когда покров разный, обязательно проверить, как работают приводные колеса, обязательно проверить, как работает навеска. Все это очень важно. И затем, наверное, норму проверять не только, как мы обычно, знаете, роемся, смотрим, какие расстояния, как будто все нормально, да, но мы же не видим этих пропусков, которые время от времени есть. А надо засевать одну посевную единицу, не стараться сразу все банки засыпать и смотреть, что у нас получилось. Если у нас что-то не получается, это уже сигнал для того, чтобы быстро разобраться в ситуации и принять меры. Поэтому все эти мелочи, если на них обращать внимание сразу, конечно же, вот такой результат, как мы здесь получили, можно было бы избежать. Поэтому вот этот наш, может быть, такой, хотя я говорю об элементарных вещах, но наш тут негативный опыт может кому-то поможет быть более внимательным, когда сеем. А
может, у кого-то есть опыт, как этого можно избегать, может, у вас есть опыт вот, попадания в такие ситуации. Все это очень интересно, делитесь. Я думаю, нам интересно не только наши успехи, но и неудачи, потому что неудачи нас учат большему.